Фестиваль в честь миротворцев приглашает парк Невского. Завтра в 18:30. Военно-спортивные игры, викторины, конкурсы, полевая кухня, выступления спецназа и не только. Обязательный атрибут праздника – белый голубь, символ мира. Фигурками птиц украсят весь парк, ими оформят и фотозоны. А еще мы для наших юных посетителей праздника готовим вот такие вот мастер-классы. Это голуби и такие вот стилизованные флажки, где тоже написано «Спасибо». Ну и флажок с миротворческой символикой. Это будут и мастер-классы, и всем будет раздаваться вот такая вот сувенирная продукция. У публики будет возможность познакомиться с уникальными военными раритетами. На импровизированных витринах будут представлены образцы оружия, униформы, фронтовых предметов эпохи Великой Отечественной войны. Организаторы выставки ответят на все вопросы любопытствующих посетителей. А еще гостей праздника ждет гала-концерт. На главной сцене парка выступит ансамбль «Днестр», ОГРВ и творческие коллективы города. Мы будем исполнять песни о России. Мы должны показывать эту музыку, эти слова, чтобы люди всегда знали, что у нас всегда есть поддержка. Мы всегда вместе с Россией. Итак, 30 июля место встречи – парк Невского. Начало праздника – 18:30.